Мы вернулись в студию. Это программа «Итоги» на РБК. Я Рустам Багизов. Сегодня годовщина трагедии в мини-отеле «Карамель». Там 20 января погибли 5 человек. После этого ЧП по региону прокатилась волна проверок. Объекты посещали МЧСники, полиция, Роспотребнадзор, прокуратура. РБК также был на этих рейдах. Несколько объектов закрывалось принудительно. В некоторых местах находили больше сотни нарушений. Сегодня пытаемся разобраться, что изменилось за год. Ну и также, что нужно этому виду бизнеса, чтобы соблюдать все необходимые меры. Насколько выросло давление на бизнес. Сейчас эту тему обсудим с Еленой Ромашовой, экспертом по классификации гостиниц, директором мини-отеля «Альберго». Елена, здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли сегодня время пообщаться. Добрый день. Добрый день. Да, Елена, понятно, там к ЧП мы не будем возвращаться там, к событиям того утра, но проверки, которые там массово прокатились по отелям, насколько они вообще этот рынок зачистили, не зачистили, не слишком ли эти проверки были там сильными, по вашему мнению? На мой взгляд, проверок много не бывает. Бывает мало квалифицированной помощи. Гостиничный бизнес, он вообще страдает от недостатка этой квалифицированной помощи. На сегодняшний день не классифицированы очень многие объекты, особенно те, у кого номерной фонд менее 15. Чем, собственно, данный факт, так скажем, грозит в дальнейшем? Эксперты по классификации, они эту процедуру проводят не с тем, чтобы проверить, а с тем, чтобы подготовить именно объект и по антитеррору, и по пожарной безопасности. То есть оказывается предметная помощь ательерам. Но на сегодняшний день ательеры не спешат воспользоваться этими услугами. Если задавать вопрос, почему в данной ситуации, наверное, слишком много было проверок со стороны других органов и не оказывалась помощь, еще раз подчеркну. То есть сейчас даже бизнес, если попытается обратиться за какой-то финансовой помощью, ему сложно получить эту поддержку? Практически невозможно. А какая помощь нужна? Ну, то есть с какой точки зрения? Оборудование какое-то поставить, сертификацию пройти? Совершенно верно. И поставить оборудование дополнительное. То есть никто не обезопасил себя с точки зрения исполнения законодательства. То есть оборудование, которое стоит дорого, и оно не по карману сегодняшним организациям, мини-отелям, именно тем, у кого номерной фонд маленький, еще раз подчеркну. То есть если речь идет о крупных отелях, у них все-таки бюджетирование достаточно большое, то, соответственно, мини-отель не может себе это позволить. Надо сохранить и заработную плату сотрудникам, и поставить дополнительное оборудование, и пройти процедуру классификации. То есть это очень большие расходы. А учитывая тот факт, что у нас город относится в большей степени к промышленным городам, то есть посетители нашего города, это в основном командировочные, то они пользуются довольно-таки часто услугами именно мини-отелей. Поэтому очень хотелось бы увидеть, услышать квалифицированную помощь и дабы подсказали со стороны именно властей, со стороны государства, возможно ли вообще данного рода субсидирование. А вот когда вы говорите, что большие суммы для такого малого бизнеса, это о каких суммах-то мы говорим? Порядок сколько? Это сотни тысяч рублей или там до миллиона они доходят? Порядок. Примерно по пожарной безопасности устройство, так называемое «стрелец», то есть кнопка, которая устанавливается на ресепшене и передает сигнал в определенные органы, она стоит порядка 70 тысяч, и плюс ее ежемесячное обслуживание. Также есть установка вызова бригады Росгвардии, она тоже стоит где-то в районе 5 тысяч, ее установка и обслуживание, соответственно, 2. Если учитывать расходы по классификации, то они примерно доходят где-то 1030, я бы так обозначила, от 12 на самом деле и выше, в зависимости от номерного фонда. Свидетельство выдается на 3 года. То есть, все вложения в безопасность – это сотни тысяч рублей в любом случае для бизнеса? Да, да, совершенно верно. Учитывая тот факт, что отели не работали ни в период пандемии, ни после, очень долго выходили из этой ситуации, то немногие могут себе позволить. И рассрочка на данном рынке, она не то чтобы не приветствуется, она неприемлема. То есть проверяющие органы просят либо установить здесь и сейчас, либо они закрывают отель. Соответственно, отель не может найти средства и
поэтому вынуждены закрываться. То есть получается определенным образом замкнутый круг. Ательеры стремятся сохранить и безопасность гостей, и свои объекты, но так или иначе они не могут это сделать из-за финансовой гильотины. А как часто меняются правила игры? Ну, мы же знаем, что пожарные правила тоже они меняются, ну, и по безопасности в целом. Допустим, установил систему дорогостоящую, потратил 200-300 тысяч, а на следующий год, допустим, новые правила. Есть такое? Или, в принципе, они сейчас более-менее установились? Я не думаю, что они более или менее установились. То есть, скажу образно, на маленький отель должно стоять как минимум 3 кнопочки, которые стоят порядка 150 тысяч, их обслуживание, их установка. Что придумают в следующий момент, никому не известно. А вот то, что с 1 января различные нововведения были тоже в безопасности, что мини-отелям, хостелам запретили, там, например, там, в цокольных этажах находиться. Вы приветствуете вообще эти меры? Вы, как там, в том числе и представитель бизнеса там, этого, и там, эксперт по классификации, вы приветствуете такие вот, ну, ужесточения, если можно так назвать? Я приветствую не ужесточение со стороны проверочных органов, а я приветствую именно ненахождение и отсутствие отелей в подвальных и цокольных помещениях. То есть этого не должно быть. А вот мы сегодня общались с экспертом, он говорил, что ну, для многих видов бизнеса, в том числе для мини-гостиниц, сделан такой риск-ориентированный подход, из-за этого проверки не так часто, в принципе, проводятся. И, например, представители там, спасательных формирований, они говорят, нужно проверки проводить чаще, нужно прям мониторить и ужесточать. Как вам кажется, нужно ли это? Может быть, это нужно делать в определенную категорию гостиниц? Или, наоборот, всем нужно сейчас смягчить? Как вы видите эту картину? Я считаю, что большие объекты, крупные объекты, где номерной фонд более 15, они так или иначе в любом случае подготовлены предметнее, и у них шире обзорный круг и шире возможности. То есть они в том числе могут принять и в штат сотрудников, и нанять квалифицированную помощь. То маленькие отели, у них нет на это ни средств, ни возможностей. Я бы даже это назвала в большей степени не прибегать к проверкам. Как можно больше проверок, это тоже не есть хорошо. А как можно чаще оказывать квалифицированную помощь. То есть либо это онлайн-конференции, либо это офлайн-конференции со специалистами, с представителями этих органов. То есть какие-то разъяснительная работа, возможно, там предупреждение, какая-то самостоятельная проверка, да, по нескольким пунктам. Да, совершенно верно. Особенно по 447-му постановлению, которое как раз-таки говорит о безопасности этих объектов. А малый бизнес, как вы думаете, если... Да, мы сейчас пытаемся восстановить связь. Вот, с Еленой, к сожалению, у нас она пропала. Мы беседуем чуть в карамели. Год спустя сегодня трагедии. Мы беседуем с представителем бизнеса, насколько вообще ситуация в регионе изменилась с ситуацией в мини-отелях. Пытаемся восстановить сейчас связь с Еленой Ромашовой. Это директор мини-отеля «Альберго», эксперт по классификации гостиниц. Да, Елен, здравствуйте еще раз. Да, мы вроде восстановили с вами связь. На видеосвязи студии РБК Елена Ромашова, это директор мини-отеля «Альберго». Да, да, мы беседуем по итогам ЧП в «Карамели» год спустя. Вот, Елена, вот как вам кажется, если малый бизнес будет получать какие-то субсидии на самостоятельную проверку, на более частую проверку, чем, например, проводят какие-то контролирующие органы, они будут это делать самостоятельно? Вот дают им 100 тысяч в год, проверяйте сами себя, что-то да, оснащайте. Малый бизнес пойдет за этими деньгами? Дело в том, что субсидирование, оно не оказывается предметно отелю. Субсидирование обычно оказывается Министерству по туризму и молодежной политике, к примеру, либо есть общественные разные организации, то есть как Федерация ательеров и рестораторов. И если происходит вот это субсидирование, то, соответственно, отель обращается со своей стороны, дабы ему оказали помощь, и к Министерству обращается организация-исполнитель, то есть, предположим, экспертное агентство, и, соответственно, выполняется это все на условиях бюджета. Бюджетирование уже более высоких органов, то есть деньги не перечисляются непосредственно объекту. Елена, чтобы бизнес в этом направлении развивался, что им нужно делать? Сейчас обивать пороги Минтуризма? Чем больше будет заявок, тем быстрее мы сдвинемся с этой точки? Думаю, что да.
Отлично. Спасибо за ваше мнение. Лена Ромашова в нашей, на видеосвязи с нашей студией, эксперт по классификации гостиниц, директор мини-отеля «Альберго». Мы беседовали, что изменилось в правилах для бизнеса, особенности в мини-отелях.